Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Мегамасштабную отзывную кампанию объявил Datsun. Она касается почти что 94 тысяч моделей Ondo и Mido, проданных в России с 2014 года по 2018. ВИН-коды опубликованы на сайте Росстандарта. Причиной является дефект подушек безопасности. Они в случае аварии могут сработать с такой силой, что в людей полетят металлические осколки. В сервисных центрах подушки должны бесплатно заменить. Трасса 101. Оформлять ОСАГО по-новому страховые компании начнут ближе к середине сентября. Дело в том, что поправок в закон об автогражданке, вступивших в силу 24 августа, недостаточно, сообщают СМИ. Нужны еще изменения в другие нормативные документы. Речь, напомню, идет об учете дополнительных критериев при расчете стоимости обязательной автостраховки. Это наличие штрафов за нарушение ПДД, семейное положение, количество детей и так далее. Трасса 101. С начала этого года установленные на дорогах Кировской области камеры фиксации нарушений ПДД выписали почти 40 тысяч штрафов. Если умножить это число хотя бы на 500, минимальная сумма взыскания, то получится 20 миллионов рублей. Чаще всего, по данным ГИБДД, техника наказывает водителей за превышение скорости и проезд на красный. В ближайшем будущем станет больше камер, которые фиксируют непропуск пешеходов. Штраф за это, напомню, составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Трасса 101. Ford Focus остается в России самой покупаемой легковушкой зарубежного бренда на рынке поддержанных авто. На втором месте, по данным агентства «Автостат», находится Hyundai Solaris, на третьем – Kia Rio. Также в первую пятерку входят Toyota Corolla и Toyota Camry. Всего за 7 месяцев этого года наши соотечественники приобрели почти 2,5 миллиона машин с пробегом. Снижение по сравнению с тем же периодом 2019-го – почти 7%. Трасса 101. С наступлением календарной осени АвтоВАЗ начнет продажи самой дорогой версии Lada Largus. Правда, стоимость Largus Quest пока неизвестна. Цены на обычный вариант начинаются от 636 тысяч рублей без учета скидок. Новинку внешне будут отличать другие колесные диски и черные глянцевые корпуса зеркал заднего вида. Внутри, к примеру, иные сиденья с трехступенчатым подогревом. Мотор тот же 16-клапанный и 106-сильный. Трансмиссия – пятиступенчатая механика. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.